У меня такое ощущение, что я от этой пленки никогда не избавлюсь. Привет всем! Меня зовут Юлия Довольская, и это рубрика UX. Это уже второй выпуск, если вы не видели первого, то нажмите вот сюда. Недавно, лазя в интернете, я нашла интересную маску. Домашняя маска пилинг, всего два ингредиента. Интересно. Так, 1 столовая ложка желатина, 2 столовые ложки молока. Так. Все есть, можно попробовать. У меня было и молоко, и желатин, и я подумала, почему бы не попробовать. Недолго думав, я сделала все, как было написано в записи. Чтобы приготовить такую маску, нам понадобится 1 столовая ложка желатина и 2 столовые ложки молока. И поставить это все в микроволновку на 10-15 секунд. И вот что получится. Потом это нанести на лицо, подержать 15-10 минут и просто стереть. Подождала 15 минут, и вместо ожиданного этого получилось вот что. Как будто вы наклеили скотч и его сдираете. Я наконец-то избавилась от этой пленки, но я уже домыла водой, потому что это невыносимо терпеть, это очень больно. Конечно, водой это бесполезно, потому что нужно именно сдирать, но это очень-очень больно, и я вам не советую, потому что, если вы видите, у меня появились такие красные пятна, то есть это либо от того, что я сдирала, либо это раздражение. Вообще она не хочет клеиваться, я думала, она просто вот так потянется. На картинке прям было так красиво нарисовано, но оно вот так не сдирается просто кусками маленькими. Еще долго были эти пятна, кожа стала очень сухая. Я не могу вам ее советовать, потому что это было больно, неприятно, а главное, результата ноль. Если тебе понравился мой выпуск, то поддержи меня и поставь лайк. А также свои идеи присылай мне ВКонтакте, в личное сообщение. Только не забудь в тему сообщения написать слово «рубрика», чтобы я скорее нашла ваше сообщение. Все подробности в описании. Всем пока! С вами была Юлия Довольская.